Мы находимся на перекрестке Беломорской и Смольной улицы в Москве. Недавно расширяли Смольную улицу с трех полос до четырех. А сейчас обратно сужают. Вот куда поворачивает троллейбус, там две полосы, потом переходит в одну. Забавный факт. Сейчас все это своими глазами увидим. Понятно, что поток транспорта туда снизился. Но тем не менее. Вот местные жители негодуют по этому вопросу. Вместо того, чтобы открыть проход к метро Милого дома 26, здесь начали расширять тротуар за счет проезжей части. А переходить дорогу здесь ждать нужно по полторы минуты. Видите, там в конце сужение до одной полосы. Раньше здесь был кирпич и полоса для маршрутных транспортных средств. Возможно, ее вернут. Я рекомендую открыть поворот для всего транспорта с Ленинградского шоссе на Фестивальную улицу, которая была закрыта лет 5 назад, чтобы жители могли быстро подъезжать к своим домам. Вот сейчас они стоят в пробке на Ленинградском шоссе перед развязка с Беломорской улицы из-за ремонта моста. Вот смотрите, что там творится. Вот спускаемся по этой лестнице. А раньше вот там вот была дорожка. Во дворах на Смольной 51, корпус 1, корпус 2, корпус 3 и на Беломорской 26 сейчас происходит замена бордюров и асфальта заодно. Поменяли покрытие резиновое на площадке спортивные, тренажеры возможно заменят. Вот, ну, какую-то землицу привезли, но много достаточно грязи и жители недовольны тем, что, ну, приходится машины куда-то убирать на время этого ремонта. Вот. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за внимание.